Привет, Фритти. Это у нас щавевая рисовка. Она достигает 40 мм. Она черного цвета с белыми и красными пятнами. Они очень прошёрливые. Они делают серую паутину. Она сейчас должна окукливаться. Она эту паутину сейчас делает. У них есть оранжевые пятна, на которые расположены оранжевые волосы, волоски. Когда они становятся бабочкой, то есть мотыльков, они очень красивые, серый цвет. Они питаются щавелем, другими растительными пищей. У них есть три передних лапки, которые не ходят, а несколько лапок помогают цепляться. На конце тела есть лапки, которые могут делать шелк, паутину. Как известно, они живут год. Они семейство чешуйкокрылые. Все бабочки и мотыльки и гусеницы. Она не превращается, 12-15 дней пройдет, и они станут бабочкой. Каждые бабочки в зимнюю спячку встают и там спят до весны. Они поедают сады, листья деревьев. Яблок, груш, айвы. И сколько видов солок. Только не забудьте. Сурки — это вредные бабочки. Бабочки берут пыльцу, гусеницы едят травичку. Они из кокона превращаются в бабочку, как все бабочки. Это очень хорошо. Потому что они отпугивают хищников, например, как птиц. То их хотят съесть. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!